Привет-привет, друзья! С вами МВ-921, и в этом видео мы поговорим еще разок про чехословацкий средний танк 8 уровня ТВП ВТУ Концепт. В прошлом видео мы обсуждали, какую пушку брать, как в целом на нем играть, на что уповать, а сегодня поговорим о так называемом послевкусии. Вот потому что в данный момент этот танк я прошел, даже забегая вперед, скажу, что вообще я его продал, потом объясню почему, и уже наслаждаюсь чехом 9 уровня. И, скажем, разброс между ощущениями от игры на 8 уровне и на 9 просто чуть ли небо и земля. И вот давненько не было вот такого, чтобы 9 уровень был настолько круче 8, что аж прям понимаешь, что ради чего оно все было. Но об этом тоже чуть позже. Вначале чутка статистики. Чтобы вы представляли, довольно много игроков взяли качать эту ветку. И мало того, не только взялись, но и качают, продолжают. На момент, например, записи этого видео, по неофициальной статистике, 3 миллиона боев игроки сыграли на этом чехе. Это довольно много, 3 миллиона боев. И самое, что удивительное, за это довольно внушительное количество сражений игроки наиграли винрейта 53 практически процента. Чтобы вы знали, это самые высокие цифры винрейта среди всех средних танков 8 уровня. С одной стороны, я не знаю почему это, а с другой стороны, могу примерно догадываться. Ну, одна из, наверное, таких догадок, это то, что, очевидно, первое начальное качает вот такую не самую простую ветку игроки, которые уже опытные, да, там, навыкачивали советских, там, этих СТ-шек всяких американских, там, где статка не такая высокая, немецких повыкачивали, и чехи обычно, ну, не приоритетная цель, да, то есть вряд ли новый игрок, который только подключается в эту игру и разбирается в ней, сразу начнет чехов скачать. Наверняка он по традиции, как все мы, советов, потом немцев, потом американцев, там или в каком-то ином порядке, но вот как-то так. И поэтому, скорее всего, очевидно, это опытные игроки делают. На втором месте по винрейту за последнее время тоже идет новинка премтанк Муц. Он появился также недавно и также, видимо, попал в разработанные руки. Ну а что касательно меня, вот сколько боев сыграл на момент записи этого видео? 69. Решил не проходить его полностью до конца, то есть по-честному выкачивая девятку, доиграл вот до этого боя и, собственно говоря, с ним попрощался, поскольку, ну, поднаигрался, потому как он не дарит какого-то невероятно нового геймплея и интересного тоже. Потому как, вот как вы и по этому бою видите, и по всем остальным, он хорош лишь только в попытках дальней стрельбы. Кстати, зачетный выстрел в бульдога. По сравнению с всеми остальными в этом бою. За мои эти почти 70 боев винрейт получился, в основном играл соло, на стримах восьмерки мы не катаем, и сольный винрейт 62%. Не рекордный какой-нибудь там, типа 70 или еще чего-то, но чуть выше, чем средний, то есть, ну, я, по крайней мере, лично статистику не уронил по этому танку мордой в грязь. Однако, по цифрам таким, которые характеризуют успешность танка, средний нанесенный урон, мне гордиться особо нечем. Средуха там 1864 единички. На Муце, вон, даже более чем 2000 средуха, на MXDC 2300. На многих других СТ-шках, короче, значительно выше. Хуже, чем на ТВП ВТУ, я играл только на FV4002P, на этой невероятно клевой бесплатной британской замене FV4202 на Centurion Action X. Но тут, наверное, важно оговориться, это еще не апнутый ФВ. Его же разрабы обещают в каком-то там патче приукрасить в 9.14, если быть точнее. И если вы это видео смотрите после выхода патча 9.14, то он уже чуть лучше, чем был. И то есть на нем, вероятно, я мог, наверное, сыграть получше. Ну и еще 59 Паттон. Вот танк тоже, на котором я хуже играл. Те, которые вот из последнего времени, как бы из моих этих всех навыков, которые совсем прямо давнишними, чтобы не называть. Ну, то есть, короче говоря, объективно и по цифрам видно, что это хоть и неплохой танк, способен влиять на победу, но какие-то сверхдостижения лично на нем не получается показывать. По крайней мере, у меня, может быть, у кого-то там и есть сверхрекорды, может быть, кто-нибудь 3000 среднего урона набивал, но это маловероятно, точнее, как это только для, наверное, единиц, для уникумов, ну, а тем более на моем аккаунте, когда все постоянно замечают, это сделать еще более сложнее. Какова основная сложность, с которой я сталкивался, и вы, вероятно, столкнетесь, играя на этой СТ-шке? Ну, во-первых, разовый урон в 240. Во всем мире, когда ты вот ездишь на танке с Альфа 240, уже кругом разовый урон у кого-то 400, 390, там 500, 600, 700 и до 1000 доходит, когда мы попадаем к десяткам. Выезжая размениваться, практически всегда ты в проигрыше.
Вот с кем тут поразмениться даже в этом бою можно? До 29 у него урон 320. Всякие там, не знаю, японцы, у них урон тоже высокий достаточно. У кого-то урон 400, у кого-то там 390. В любом случае, выезжая на врага с кем-то, перестреливаясь глаза в глаза, ты проигрываешь по размену. ДПМ у нас тут не сверх какой-то рекорд, и это, ну, может быть, он и не маленький, но точно не тот, который ты умеешь, сможешь два раза выстрелить по 240 в пацана, который в тебя на 400 выстрелит. Обычно, ну, где-то там полтора раза успеваешь, в итоге все равно в проигрыше. То есть, каждый раз, играя на этом танке, необходимо изыскивать способ врагу не попадаться на глаза, чтобы его удивлять. Заходить с спины, в борта и все такое. Два раза в одно и то же место, как там, в одну и ту же воду не войдешь, и здесь та же самая проблема. Два раза не зайдешь в борт к пацану какому-нибудь, если он там соображает немного. Он, как правило, тебя уже ждет, и поэтому приходится рано или поздно стрелять в лоб, а там уже у нас бронепробитие. 194 мм не всегда помогает. Вот, например, с КВ-5 я в лоб его никуда особенно успешно не пробью, кроме там башенки радиста, и поэтому нельзя на него в лоб заходить. Нужно кайтить, мансить под двумя артами на ровной поверхности. Это мы все знаем, чем иногда заканчивается, и заканчивалось иногда, правда. Но другое дело, что за все свои 70 боев, почти 70, я не встречал какой-то особенно лютой череды ваншотов от арты или чего-то такого. По крайней мере, избегал всеми фибрами, старался. И самое, наверное, сложное на этом танке, это именно вот без устали потеть в то, что, во-первых, нет какой-то супер быстрой сводки, нет супер мега клевой точности и бронепробития рекордного. Все вот эти вот какие-то небольшие минусы, то есть у танка нет особенно яркой какой-то положительной черты. Он в целом-то неплохой, совокупная динамика есть, там и орудие в целом-то не самое худшее. Но каждый раз, поскольку оно не самое лучшее, приходится изыскиваться. И вот постоянно мучаешься, как уж на сковородке некоторые бои протекают, и уже хочется бросить это все. И вот то, о чем я и хотел в этом видео поговорить, начинается. Потому что в какие-то моменты, когда качаешь не самый лучший танк, может быть, не самый худший, надоедает до одури. Скучнейший геймплей, правда. Кустовой, засадный, от дистанции. Все это характеризуется тем, что ты вот стоишь, как здесь, не можешь решиться на решение. Потому как вроде бы ХП еще есть, но стоит только заехать на КВ-5, у него ДПМ-то почти такой же, и он явно выиграет, потому как 2-3 раза его не пробью случайно, и голдой в том числе, и у него будет преимущество. Плюс там еще сушка на горизонте, плюс еще 2 арты. И вот в этих вот выборах, когда риск гораздо более страшнее, чем желание и жажда успеха, то, как правило, по рукам и ногам скован. Но, друзья, вот что я вам скажу. По итогу, этот танк я продал без раздумий. И я думаю, многие так и поступят, когда эту ветку будут проходить, потому как его оставлять в ангаре совершенно не имеет смысла. Его заменяют несколько других СТ-шек просто с головой. Какие-нибудь там, ну какие вот СТ-8 хороши. Объект 416, например, прекрасная ДПМная машина с альфой, хоть и довольно странная по своей концепции. Ну и можно многое перечислять, много же хороших СТ-8. И тут же, те же премиум, например, хоть их и, наверное, некорректно сравнивать, типа там CDC-шки, муцы, они на голову все круче, чем этот вот Чехословак. И по этой причине как бы расстраиваешься, и иногда может у кого-то бомбит, и прямо все думают, продонать там эту ветку. Ну, друзья, вот честно, продонать или нет, но если вы танк этот качаете и не донатите на следующий уровень, на 9, то уверяю вас, наберитесь терпения, оно стоит того. Стоило мне под утро уже продать этот танк, потому как, ну вот, сыграл этот бой и подумал, ну все, хватит, надоело. Как купил там же в тот же момент Шкоду Т-50 и еще часа два не мог просто оторваться. Это небо и земля. 9 уровень настолько хорош, невероятно крут, по крайней мере сейчас, до каких-то возможных потенциальных нерфов. Но разрабам же нужно 15 лет, чтобы там статистику собирать. Очевидно говорящий, что танк слишком хорош и имба. Пока этого еще нет. Наверное, стоит поспешить, да, пока не началось. Статку хорошую там хотя бы задать, как это было, например, у меня на фаше 10. Ну, в общем, не отвлекаемся от темы. Собственно говоря, набирайтесь терпения. 9 и 10 уровень этой ветки стоят того, чтобы и этот кактус потреблять. Может быть, и 7 уровень терпеть, и 6, и 5, и так далее. Реально вам говорю, нужно просто набраться терпения, как только вы покупаете 9-ку, и тренированный ваш навык на этой 8-ке сразу же вам развязывает руки и дарит, наконец, радость от этой ветки.
Поэтому желаю вам терпения и труда, чтобы все это перетереть и кататься на нормальном уже танке. Разница между восьмеркой и девяткой огромная. На сегодня у меня все. Подписывайтесь и жмите лайк, если вам понравилось видео. Всем пока!